хорошо. Ну, все, в общем, так. Друзья, у нас, кто бы вы думали? У нас Андрей Пономарев. Да, это он. Вот. Это он. Да. Резидент первого стендап-шоу в Донецкой Народной Республике. Да. Ну, художник. Художник, свободный художник, я бы сказал так. Сейчас вот избитую фразу повторю. Автор, к сожалению, исполнитель. Исполнитель собственных песен. Да, к сожалению. Да. Андрей Пономарев. Да. Вот так. Ну, давай, чтобы, чтобы, во-первых, чтобы тебе было не скучно тоже с нами, как бы мы тут есть, вот они мы. Да, да, да. Можешь поближе к чату, например, сесть. Ага. Да, чтобы ее видеть. Да. Итак. Все, я настроился. Хорошо. Вот так вот мы выглядим. А вы там будете сидеть, да? А можно? Ну, если можно. Сидите, пожалуйста. Спасибо. Это же ваша передача, поэтому вы здесь главный. Так вот. Кто это? Хороший вопрос. Да, давай. Вот все, на тебе. Кто это? Кто я? Я расслабляюсь, ты вот общайся. Да, там уже отвечает музыкант. Кто это? Привет, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Да, да, да. Так. Привет барду. Это мне, да? Наверное. Ты не чувствуешь себя бардом? Нет, я не чувствую себя бардом. Хотя, вы знаете, бывает, чувствую. Вот бывают такие дни, когда я просыпаюсь и чувствую, что я бард. Особенно после таких, знаете, встреч с друзьями. С близкими друзьями. На утро, когда болит голова, я чувствую, что я бард. Тут уже все, приходится петь. Да, и тут приходится петь. Я не знаю, что спеть. Но давайте что ты обычно поешь такое? Что я пою? Да. Ну, знаете, сейчас я пою, вот сейчас вот в связи с этим стендап-клабе, сейчас у нас как бы уже был финал, да, вот, я пою «Карапули», коротенькие песни, смешные, вот, но сейчас, на данный момент, вот, но я могу что-нибудь спеть из-за этого такого, что-нибудь такое из моих... Ты, если можешь, ты просто пой. Тут, хорошо, хорошо, я, да, хорошо, вот, ну, чтобы спеть, такую... смешную песню. Это история из моей жизни. Недавно было такое вот у меня. Мы с моей бабушкой... Это неправда, шутка. Мы с моей бабушкой любим ездить по выходным на дачу. И вот была такая неприятная история. На даче убирались мы, сжигали старое пальто, что в том пальто спал дед Максим, узнали мы только что. Ну такая. Пришло в голову такое. Нормально. Ну, я... Вы не поняли смысла, да? Я надеюсь, что она... Нет, это неправда. Говорю сразу, неправда, это просто как бы... на выступление я говорю, что это правда, это как бы из моей жизни, но люди, я думаю, понимают, что это шутка. Вот, что еще? У меня уже аж это самое, я аж вспотел. Вот, есть такая песня, знаете, вот я недавно написал тоже, это называется песня «О неравном браке». Да, это очень часто. У меня есть такой знакомый, вот. Ты свозила меня в Таиланд, и машину ты мне купила. Я готов целовать песок, который сыпется с тебя, Людмила. Вот такая. У вас разносторонний жизненный опыт. Жизненный, да, просто, да. Андрей, а как вообще, ну, а если... Даже не знаю, есть о чем шутить в Донецке нынче? Есть, конечно, сейчас. Ну, знаете, я вам скажу так, что есть, да. Вообще, знаете, Донецк такой, ну, до войны был такой очень, что ли, такой колоритный город. И народ здесь такой, ну, такой добрый, отзывчивый. Не знаю, вот где я только не был, Донецкий самый такой добрый, простой, открытый народ. И город такой, конечно же, мой любимый город. Вот, и песня, да, вот сейчас актуальная тема, ну, идет война, конечно, это все страшно, ужасы, да, но все равно приходится как-то выкручиваться, находить какие-то темы. Выкручивайся. Да, выкручивайся, вот. И первая песня, я хотел бы ее посвятить Донецкому аэропорту. Так, такая песня про Донецкий аэропорт.
Здесь гимны не поют и сало не жуют. Тут просто гиви с моторолой год уже живут. Такая коротенькая карапулька, патриотическая, я бы так назвал. Не знаю, навеяло. Можно было бы продолжить. Продолжить, знаете, просто смысл бы тут все понятно в этих коротеньких, как бы, в этом кусочке. Просто дальше уже, да. Да. Вот, что еще? Ну, знаете, сейчас еще тоже, знаете, вот бывает, смотрю, слежу за новостями, постоянно очень интересуюсь в интернете и по телевизору, у меня спутниковое. И недавно вот переключал каналы и попал на украинский канал, и вот пришла такая песня мне в голову сразу, навеяла. Называется «Песня о правдивых украинских СМИ». Путин, Путин, Путин на медведе пролетал. Путин над Майданом СТБ вчера сказал. Ну такая. Тоже карапулька. Как тебе вообще отношение, ну, украинских СМИ к происходящим здесь событиям? Ты не уезжал, да? Ты же нет, из Макеевки. Нет, я из города Макеевка, да, здесь родился. Вот, никуда не уезжал. Знаете, я вам скажу так, ну, если это интересно будет, с чего все началось, как бы. Я вообще до этого жил 3 года в Киеве, до войны. Я уехал, ну, там работал, тоже были проекты, я художник, графический дизайнер. Вот, но когда началась вот это все, Майдан, эти все события страшные на Донбассе в мае, и я, ну, я понял, что я не смогу там больше жить, когда здесь такое творится. И я приехал, ну, в начале мая, перед этими всеми войной, и, ну, вот, и я понял, что моя душа здесь. Как бы тут ни было страшно, но вот, мои родственники, родные все. Ну, тут спокойней. А друзья там остались? Осталось, знаете, я бы так сказал. Теперь уже, может, я жестко, конечно, но это бывшие друзья уже. Было очень много друзей у меня в Киеве, очень много. Мы дружили, но мы, у нас с ними разные абсолютно мнения по этому поводу, этой войны, этого всего, этих событий. И, ну, я не могу с ними общаться после этого. Вот. Они мне звонили, писали, конечно, там, пытались меня переубедить как-то поначалу, но нет. Ну, интересно, да, как вот они сами не понимают, что невозможно переубедить человека, который очевидец. Да, вот именно, я же говорю, понимаете, говорю, я здесь живу, я слышу эти взрывы, у меня много знакомых, которые тоже воюют, и, ну, простые люди, и я вижу это все, я знаю. Нет, 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 вы зомбированы, они так говорят. Я зомбирован. Ты в матрице еще. Я в матрице, да. Просто до сих пор я уже 1.5 года в матрице, мы все в матрице, поэтому да. Вот так вот. Ну, да. Ну, лучше в матрице. Лучше матрица, чем, да. Чем такая. Не знаю. Чем СТБ. Да, чем СТБ. Да. Вот. Ну, что еще? Есть, знаете, такая песня, вот она, ну, она такая жизненная тоже. Это же реально жизненная. Вот, я бы назвал ее так. Песня о проблемах лишнего веса у женщин, у девушек. Это мне большая кажется, проблема. Это огромная просто, да. Но все равно, знаете, девушки, вот хочу сказать девушкам, девушки нас, конечно, смотрят. Скажу так, девушки, вы, ну, я бы, для меня это не такая уж проблема, честно, честно. Если ты любишь девушку, вот, то какая бы она ни была, какой бы ни был у нее вес, там, пусть она будет огромная, такая женщина, необъятная, но все равно. Любовь, она такая. У меня так. Да. Начало положено. Да, жгу. Вот. Сейчас. Сейчас, да, здесь птицы нет. Да. Любишь ты покушать больше, чем меня. О пельменях ты вздыхаешь зря. А ватрушки все твои мечты. И о женском долге позабыла ты. Пропадаешь ты на кухне после 6. Твой живот и попа стали быстро расти. Я с опаской наблюдаю сдалека, как по губам течет борща река.
Любишь ты покушать больше, чем меня. Ты на кухне пропадаешь зря. Ведь уже не помещаешься в штаны. Просто о диете позабыла ты. Такая. Это было реально, кстати, вы знаете, это было реально. Насколько я, понимаешь, ты вот поешь, а картины, они в голове как бы представляются. Да? Ну это хорошо, это я рад, что если так слушатель представляет, это очень хорошо. Да. Тут люди пишут, короче, я ничего не понимаю в искусстве, ну, шутки самосмейки, ну, возможно, жесть какая. Сам спел, сам посмеялся, ну да, у меня так, в принципе. Да. А вот, да, это творчество мне очень понятно, ну, спасибо. Шедеврально, спасибо. Вот. Песни хорошие, но больно короткие, ну, карапули. Приходится. А вот как здесь... Ты, кстати, учишься? Знаете, я вам скажу, я учился в Киеве на актера. Но потом, знаете, я понял, что это как-то не мое. Я заболел очень сильно. Вот. И на втором курсе я вылетел. Я бы так сказал бы. Ну, так случилось. Скажем так. Вот, потом работал. Ну, в общем, долгая история, я не хочу вдаваться в это прошлое. Знаете, не живу прошлым, живу будущим. Просто прошлое натянет обратно. И... Как вот. Со студенческой жизнью? То есть, насколько я понимаю... Как было у меня... Зовут здесь на студенческие пати? Всякие. Пати, на студенческие как, пати. Что вообще такое? Расскажи про стендап. Стендап вот этот у нас? Ну, это первый стендап в Донецкой Народной Республике. Что? Где что? Вообще? В тебе проводится? Да. Ну, знаете, у нас нет таких именно основной площадки, там, да, помещения клуба, где мы выступаем. Мы выступали несколько раз на Банане, в клуб-кафе такое. Вот, было несколько этапов этих, как... Да. Вот, потом выступали на Family Club. Это был финал, финальное шоу, хороший такой ресторан, атмосфера, другая уже атмосфера. Вот, сейчас уже это был как в начале фестиваль, там отбирали комиков, стендаперов, юмористов, ну уже отобрали, вот нас уже утвердили, все, нам распечатали такие прикольные пластиковые такие бейджи красивые, с красивой эмблемой. Вот, теперь мы уже являемся резидентами стендап-клапа первого ДНР. Вот, что еще раз. А что надо, кроме бейджиков, чтобы быть резидентом? Резидентом? Да. Не знаю, чувство юмора. Можно прийти со своим бейджиком. Со своим? Ну, можно, да. Да, и, ну, я не знаю, бейдж ничего не решает. Да, ничего, это просто, знаете, такая, просто как понты. Вот, да, решает, как бы, не знаю, шутки, юмор, главное. Чувство юмора, не знаю, харизма. Я не подойду, значит. Ну, а... Не, почему, знаете, возможно, бы подошли бы. Главное, придумать себе стиль. Сколько у вас народу? Народу? В смысле, наша труппа или... Да, да. Труппа, да? Труппы, наши труппы. Ну, у нас, я не знаю, осталось где-то человек 6-7, вот так осталось. Из всех, которых отбирали, да, нас оставалось. С 99. Да, где-то так примерно было. Отсеивались так поэтапно, осталось, теперь же все уже, резиденты 7 человек. Вот так. Не знаю, что будет дальше, но людям нравится. Не знаю, приходят. А не бьют, самое приходит? Главное. А? Кто приходит? Студенты? Разная аудитория. Приходят студенты, приходят такие уже, знаете, взрослые люди. Вот, приходят... Кто приходит? Все, в общем, приходят. Да. Физик-ядерщик был уже? Физик-ядерщик? Да. Не знаю. Был такой, знаете, работник... В общем, были из правительства люди, это я знаю, были. Не знаю, кто они, но были. Говорили, кто-то там есть. В зале сидел. Не из правительства. А. Понятно. Ну, так, да. Что я несу? Вы знаете, честно сказать, вот я не знаю, что я здесь делаю в этой студии на самом деле. Я простой человек. Ну, делай то, что делаешь. С гитарой, да. Будь что будет. Будь что будет, да. И я примерно так и пришел, думаю, будь что будет. Лера показывает мне какие-то знаки. Мой пиар-менеджер. Ладно, значит, что еще? Ну, да, наверное, сыграю. А что еще могу делать? Я сыграю, играй, пой, да. Вот, следующая песня, знаете, я хотел бы ее посвятить. Это песня о медиуме, песня о экстрасенсе. Я бы так ее назвал.
Может быть, показалось, может быть, ничего и нет, но по моей квартире ходил твой покойный дед. Вот. Я не понимал экстрасенсов. Ты смотришь, ну, шоу экстрасенсов? Битва экстрасенсов? Да, ну или там. Смотрел раньше, да, сейчас нет. Знаете, я вообще сейчас телевизор не смотрю. Не смотрю телевизор. Больше в интернете. Не знаю, что ли, как-то. Там больше можно узнать информации, чем в телевизоре. Не знаю. Хорошо. Вот так. Хорошо, я просто, ну, ладно. Да. Вот и все это, ребята, такой, такой жанр называется карапульки. Карапули, слова, да, короткий. Кара, кара, да, кара и пули, соответственно, от слова пули. Да. Карапуля. Да, карапуля. Вот. И, да. Куля в лоб, так куля в лоб. Да, кстати, интересная, да, тема для песни следующей. Вот, ну да, а сейчас я, знаете, хотел бы спеть песню. Так, спасибо, Лера, спасибо. После 10-го твоей подсказки я понял, о чем мне спеть. Вот, следующая песня, она, наверное, насущная такая тема сейчас для всех. Или для меня только, я не знаю. Песня, она, я назвал ее так, о проблемах питания. С рынка я тебе принес ни банан и ни кокос, ни омары и ни мидии. Авокадо больше нет, и французских нет конфет, лишь картофель в изобилии. Санкции, санкции, черного парня привет. Санкции, санкции, картофан на обед. Да, да, такая песня, ну, она такая экспериментальная. А, да. Написали кому-то, ну вот можешь, когда хочешь. Это не мне, я так понимаю. Всем привет, привет, да. Санкции – это достаточно популярная тема. Популярная, да, да. Но, знаете, можно, да? Знаете, ну, не потому что когда, как бы, можно смеяться над, да, над цирком, угу, над, ну, над, не знаю, над какими-то еще вещами такими классическими и над санкциями, собственно, одного поля. Ягода. Ягода, да, да, да. Но затем я скажу, это не такая уж прям проблема, как ее раздувает. Я так понимаю, в Донецке-то точно. В Донецке-то точно, да и в России, я вам скажу так. Да. Нет? У нас прекрасная земля, плодородная просто. Мы бы могли питаться одними овощами. Да. Вот. Ну, не только овощами. И углем еще. Уголь у нас прекрасный уголь, лучший уголь в мире. Да? Уголь полезен, кстати. Лера, ты меня пугаешь. У нас такие паузы очень веселые. Просто Лера что-то хочет подсказать нам, суфлер. Лер, ну я не знаю. Лера вот мне подсказывает. Лера, это, чтобы вы понимали, в студии никого нет. Лера это воображаемая. Лера это, знаете, у меня есть воображаемая подруга, ее зовут Лера. Да. И... Ну сегодня Лера вообще Игорь, мой самый лучший друг, он сегодня его нет. Да, слава богу, вы знаете, мы с ним даже раздрались. Ну ладно, что-то. Вот, следующая песня. Я просто смотрю, ну как бы. Да, да, да. Но она то здесь, то там, как бы. Я туда не смотрю, да, уже, да. Просто мне туда удобнее. Я почему спросил про шоу экстрасенсов, как бы. Ну давай, продолжай. Да, вот, да, вы правильно спросили, потому что часто у меня вот какие-то бывают видения. Ладно. Следующая песня, я бы хотел ее посвятить. Вот тоже сейчас такая очень трепетная тема, особенно в Донецке, так это точно. Вот, называется, песня называется «Романс для ОБСЕ». Гори, гори, ОБСЕ. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Да. Лера, спасибо тоже, да. Да.
О, пошла политика в репертуаре. Ну а как же без нее? Это у нас это очень такая тема. Да. Да. Политика у нас котируется. Где? В Донбассе? Да. Люди любят политику. Конечно. Вот в Донецке, вы знаете, после вот двух выступлений люди так аплодировали. Особенно вот мне было очень приятно, когда я спел песню про Донецкий аэропорт. Я только еще не начал еще петь, я просто сказал, объявил. Песня про Донецкий аэропорт. И пошли просто шквал аплодисментов. Так приятно, знаете, прям поток энергии я почувствовал. А когда спел, так вообще. Это очень приятно, когда зритель отдает тебе свою энергию. И это очень... Это самая лучшая награда. Для артиста, который на сцене, это просто так приятно. Ну так. Игра? Да. Тут пишите, тут еще верят в Новороссию. Да, дорогие мои, верят, конечно. Что нам остается? Вот. Следующая песня, знаете, я назвал бы ее так. Она такая, знаете, ну назвал ее так просто. Романс о расставании. Я вас возвращаю. Извините, что там. Что? Да, технически неполадки небольшие. Я возвращаю ваш портрет. Я любви вас не молю. В моем письме упрека нет. Я просто мужиков люблю. А, это не про меня песня, говорю сразу. Нет. Вот надо было сразу сказать. Да, да. Ты уже потом, понимаешь? Не про меня песня, не обо мне, я нормальный парень, я... Нет. Вот, эта песня, это бич, наверное, знаете, сейчас, я бы сказал, бич Европы, да. Сейчас бич Киева, прям бич именно. Хотел еще добавить слово. В прямом смысле. Да, да, вы знаете, я тогда еще застал это вот эту, знаете, тягу к европейским ценностям. Еще в Киеве. До войны даже. Было страшно, честно. Ужаснулся. Ну, я понимаю, тебе как бы, как актеру, может быть, так, все. Нет, я, вот знаете, продолжай. Актеру я себя не считаю актером. Я просто не сталкиваюсь. Я не понимаю, где они их берут. Понимаешь? Где вот все эти люди, которые о них говорят, их берут. Ну и слава богу, что вы не сталкивались. Вот. Ладно, да. Что бы еще такого? Вот я сейчас думаю, знаете, не взял шпаргалку. Опять воображаемый друг Валерия подсказывает мне спеть песню собственного сочинения. Это уже не Карапуля. Да. Ну так давай. Да? Серьезная? Знаете, такая серьезная песня о любви. Я написал ее недавно дома. А где же еще? Вот. И она о любви. Ну, такая серьезная. Может, такая немножко даже сопливая. Сейчас тут пойдут комменты. Ну, ничего, я спою. Песня называется... Я спою куплет и припев. Песня называется «Одна до дна». Я улетаю далеко, ты меня не ищи. Если вернешься раньше, возьми под ковриком ключи. Зайди домой, посмотри вокруг. Прости за беспорядок, ко мне пришел мой друг. И на столе разлит уже остывший чай. Я ждал тебя, твой телефон не отвечал. И я к тебе спешил, но не хватило сил сказать тебе прощай. Я тебя спасу. Скажи, я буду рядом. Мне больше ничего не надо. Только ты одна до дна, мне так нелегко. И не поможет даже мама мне. Больше ничего не надо. Только ты одна до дна. Ну такая, немножко лирики. Вот. Не знаю, захотелось написать про любовь, что это такое. Она вот уже все или там еще есть? Нет, еще есть второй куплет, припев, просто я думаю, что-то спеть еще другое. Давай. Уже как бы мы... Ты уже как бы никто. Мы уже как бы привыкли, да. Мы уже как бы привыкли, да. У нас сегодня музыкальный день, как вы правильно понимаете, воскресенье, отдыхаем. Сегодня новостей будет не очень много.
Это, нет, просто написали, ребята, воображаемый друг Валерий. Нет, знаете, не Валерий, а Валерия, это девушка. Просто у меня что-то с дикцией, наверное. Да. Да-да-да. Тут написал, напряглась, чтобы понять. Ну. Хорошо, ладно. Знаете, теперь я хотел бы спеть... спеть... Учебник физики, чтобы человек совсем... Да, да, нет. Я хотел бы спеть, знаете, я очень люблю рок-н-ролл, вот, ну, все начиналось вообще с чего, вот, моя, как бы, любовь к музыке началась с чего? Началась с Элвиса Пресли. Это мой любимый, это просто мой кумир, это, я не знаю, это эталон просто рок-н-ролла. Вот, и я хотел бы начать... спеть немного о себе в стиле кантри, рок-н-ролл, как бы такая небольшая песенка. Я не курю сигары, не езжу на авто, в моих пустых карманах нету даже на метро. Но это плюс. Это блюз, да-да-да, это блюз. И теперь немного обо мне. Моя мать домохозяйка, отец простой шахтер, а сам я, если честно, великий фантазер. Но это ж блюз. Да-да-да, это блюз. Это блюз, это блюз. Ну и теперь все, с чего начиналось, как бы, моя любовь к музыке. Blues born for money, two for the show. Pretty get ready now, go, get goals, and don't you step on my blues way shoe. Well, you can do anything, but take yours on my blues way shoe. Well, you can nail me down, step my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, I'm gonna lay off for them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Oh, well, you can do anything, but take you off my blue suede shoes. Вот так, немножко... Что у тебя было в музыкальной школе в третьей классе по сольфеджио? У меня не было ничего, потому что у меня не было музыкальной школы. Может, это печально. Я жалею, если честно, что родители меня не отдали музыкальную школу. Просто я не знаю нот, я вообще ничего не знаю. Знаю только, ну, я могу на слух что-то подобрать. Это без какого-то да? такого подвоха вопроса. Просто, ну, это банально было вопрос спрашивать, учился ли ты в музыкальной школе? Не, я понял. Не учился, нет, я не учился, вот, да. Ну, возможно, надо было бы. Все-таки ноты — это хорошо. А возможно, надоело бы и не играть. А возможно бы... Потому что 90% людей, которые учились в музыкальной школе, они не играют. Да, и да. И они выходят с музыкалки и закрывают вообще и все. Да, да, продают. Это кончилось. Вот так вот они себе... Да, продают баян, скрипку, что там у них. Вы унесите это пианино. Да, вот. Тарелки у кого-то. Доставка бесплатная просто. Вот. Да, да. Бывает такое. Ну, может быть, слава богу, что я нигде не учился. Не знаю. Ну, вот так вот. Что бы еще такого сказать? Воображаемый друг опять что-то говорит. Да. Совет друга. Погромче просто, друг. Ничего не понимаю. Хочет меня ударить. Хорошо, ладно. Спою что-нибудь, знаете, такое... О! Вот. Так, тихо. Валерия, тихо. Валерия сегодня что-то вообще разошлась. Следующая песня... Да и она тут-тут-тут-там. Просто я уже схожу с ума. У меня уж уши горят. Наверное, ругает меня, судит. Горят, знаете, когда горят уши, это значит, тебя кто-то судит или ругает. Вот, наверное, Валерия меня судит немножко. Ладно, неважно. Следующая песня, знаете, я бы назвал ее горят так... Уши, значит, укропы попали в твой дом. Что-что? Если уши горят, то укропы попали в твой дом. Такая серьезная песня. Ну... Знаете, слава богу, не попали. Это, слава богу, наверное. Вот. Если бы слышны бабахи, я не слышу. Слышны бабахи, пишут, да? Сейчас, да. Да? Я тоже ничего не слышу, может. Я громко пою просто и что-то не слышу. Лера? Или это Лера что-то бахает. Ладно. Хорошо, следующая песня, знаете, я так назвал бы ее, это
суровая жизненная реальность. Мой отец алкаш, и при всякой погоде он гоняет палкой меня по дворам. Когда заснет он бухой в огороде, значит, мне домой возвращаться пора. Знаете, да, я просто жду аплодисментов, как бы, ну, людей здесь нет, кроме вас и... Ну, людей здесь нет. Да. Нет, вы человек, я вижу вас. Вот Валерия, она, вот я не уверен, да. Да, вот так. Если это вам чем-то поможет. Супер, супер пишет. Пишет супер, спасибо, спасибо. Да. А дальше? Да. Так, о таком не поют. Ну, знаете, поют. Немножко про меня, ладно. Хорошо. Тут уже пошла песня про ватников. Ну, вы знаете, насчет ватников, можно сказать, да? Вот знаете, и честно, на самом деле ватники, это же гордость, если так подумать. Вот ватник, да, это ватник, но это, как вы понимаете, это такая куртка времен Великой Отечественной войны. И такая. Я понимаю. Да, ну вы понимаете, как бы, может. Но на самом деле эта куртка спасла миллионы жизней советских солдат. От холода. От холода. А немцы мерзли в своих прекрасных вот этих шинелях от фирмы Hugo Boss, тогда он шил им, прекрасных стильных таких шинелях. Они замерзали, а наши, как их называют, ватники, они прекрасно чувствовали себя в бою. И просто о чем тут говорить, мы доказали. Просто воевали с комфортом. С комфортом просто, прекрасно. И доказали, что ватник это практичная одежда. Да. Вот так вот, так что... Я горжусь, честно. А знаешь ли ты хоть до конца хоть одну песню? Это задали люди, да, да в чате? Да. А, знаете, до конца и своих, или вообще? Ну, свои, смотрите. Хороший же вопрос. Хороший, прекрасный, прекрасный. Я знаю до конца, но, знаете, почему-то я думаю, просто, знаете, я думаю, может, просто оно надоест, знаете. Начну петь второй куплет, оно как-то люди начнут уже зевать, что-то. Я люблю динамику, знаете, так вот даже, вот я как бы художник, как бы. Я художник. И знаете, я даже пишу, вот когда картины, я пишу в такой размашисто. Вот не могу там скрупулезно выписывать детали. Я так размашисто пишу, как, наверное, импрессионисты, что-то такое. Вот не могу сидеть. Поэтому, наверное, песни так. А? Что рисуешь? Что рисую? Рисую я все. Я пишу, люблю портреты писать. Вот. В зависимости от настроения. Пейзажи. Вот. Люблю писать... Девушек очень люблю. И писать, и вообще люблю девушек очень. Вот. Все, короче, все рисую, все пишу. Заказывайте у меня портреты. О, правда бахал. Рекламка. Вот сейчас, да, сейчас слышал, да. И это не Валерия, я вам скажу. Это уже не Валерия. Это уже не Валерия, да. Ну, вот так. Так. Пишут, пусть Шарш на тебя нарисует в студии, а? Ну, знаете, как-нибудь в другой раз, возможно. Тут пишут, зимой на снеге. Кстати, вот спасибо вам, да. На снегу, ну, на снеге. Это, знаете, как-то по-народному так. Вот мне вот человек напомнил как раз про снег песню. Песню. Карапульку такую. Ну, она даже не карапулька, такая длинная. Значит, песня посвящается парням, всем парням любого возраста. А? В этом чате. В этом чате, да, им да, в этом чате. Ребята, парни, мужики, в любой ситуации будьте изобретательными, будьте романтиками. Абсолютно в любой сложной ситуации, какой бы она ни была. Да. На дне рождения лучшего друга я как-то был. Выпили с ним мы много пива и разных вин. И возвращаясь домой под вечер, не дотерпел. Чувствуя, что пиво хочет выйти, я зашел в сквер. На белом-белом покрывале января любимой девушке я имя написал. Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного я на желтом-желтом покрывале января.
Донецк разнообразен, как вы понимаете. Да, да, да. И эта песня, я вам скажу, про меня. Было, да. Каюсь, было. Но дописал имя, благо короткое имя девушки было. Возраст нашей аудитории средний 35+, поэтому я надеюсь, что нас смотрят сейчас... Взрослые люди, да. Наши родители. Да. Даже так? Ну, мама не, мама меня не смотрит. Можешь передать привет? Кому? Ну, кому-нибудь. Люди, народ, товарищи, друзья, всем привет. Очень приятно, что я нахожусь в этой студии, и вы смотрите меня. Хоть кто-то меня смотрит, спасибо. Ха, кто пишет, Эдуард Суровый. О, это комплимент, это спасибо. Комплимент. Это реально комплимент, автор, да. Потому что, к сожалению, исполнитель. Да, к сожалению, да. К сожалению, автор и, к сожалению, к огромному сожалению, исполнитель. Спасибо. Опять что-то говорит Лера. Что-то да. Из классики своего протеже. Из классики своего протеже? Ой, Лера пишет, говорит мне, чтобы я спел свою песню, но Лера потом. Что-нибудь из протеже, вы знаете, дайте-ка вспомнить. Позабыл уже, просто, знаете, столько пишу и... Вы знаете, честно вот сказать, пытаюсь не... Пишет, передай нам Леру. Не могу, знаете, ребят, не могу. А вы знаете, вы что-нибудь выпьете так побольше, и у вас тоже появится друг, возможно. А может и не друг. Ладно, шучу. Знаете, не люблю повторяться. Вот говорят, Эдуард Суровый, это приятно, но... Кто-то пишет, Андрей, помаши мне рукой. Привет. Вот, не люблю повторяться, знаете, не люблю вот копировать чей-то стиль, да, ну, не люблю. Хочу что-то свое писать, как бы. Эдуард Суровый хороший образ прекрасного артиста. Да, вот, но современника, даже так бы сказал, да, вот, и, ну, не люблю, в общем, повторяться. Что? И все. И все, да. Вот мне Лера, я сейчас ее расслышал, это уже более отчетливый, уже я ее слышу, дикция пошла лучше. Лера Вурст. Лера, тебе комплимент. Ладно. Песня, вот она мне подсказала, называется песня «Сон Януковича», я бы так и назвал. Не знаю, в тему, не в тему. Я думаю, у нас сегодня все в тему. Да. Вот, ну она такая экспериментальная. Уже как-то... Да, я Януковича не смогу спародировать, говорю сразу, но... в общем, вы поймете. Снится Януковичу Майдан. Что, суки, не ждали? А я вернулся. I'll be back. Как он разгоняет этот балаган. Так, пацаны, что за фигня? Юля, ща косо оторву. Но проснется снова он в Ростове. И спасибо скажет дяде Вове. Ну такая, правдивая песенка, я бы так сказал. Ла-л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 а. Да, ну как бы так. Завершить надо было бы, да, резко я рублю. Из песни слов не выкинешь. Да, 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 да. Вот, что сказать? Ставят мне этот палец вверх. Спасибо, ребята. Очень приятно. Хорошо, что бы еще такого сказать? Я не знаю, вы задайте мне что-нибудь, я отвечу. Опять Лера что-то говорит. Да. Ну, теперь уже я слышу. Да. Вы со мной в теме уже, видите? Ну, я вот тут как бы, да. Да. Падали звезды. Падали звезды? Падали звезды. Это вам, наверное, Лера подсказала, да? Я так понимаю. О. Да, вы знаете, ну, сейчас я постараюсь ее вспомнить. Да, это моя песня, тоже о любви, конечно. Ну, знаете, она, конечно, лучше звучит в аранжировке, когда много инструментов. У меня есть... Что, вы можете сыграть? Ударник. Ладно. Извини, сейчас. Нет, не будем сегодня «Падали звезды». Давайте что-нибудь другое. О, не «Падали звезды». Давайте, знаете, что «Падали звезды» — она такая грустная песня. И хочется спать от нее. Вот, да. Я вам сыграл уже, знаете, какую песню? Тоже она такая от тяжелой такой любви. У меня все о любви. Она называется «Как на войне». На любовном фронте, да. Такая она. Ну, я спою, вы послушайте. Живем, как на войне.
огонь прием, больнее втройне пустяк. К утру заживет обратный отчет. Беги, беги, бабах. Взорвали плацдарм на страх и риск, наделали шум врага. Тебя не достать, меня не достать. Поливаешь душу серной кислотой, закрываешь уши, словно я больной. Чувства пролетели в две недели, и ты с ними, и боль снимет алкоголь. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на. Она такая коротенькая просто. Дальше смысл уже, тут все понятно. Просто повторяется снова куплет-припев. Там дальше на-на-на-най? На-на-на-най, да, знаете, такой, да, расслабление. И опять живем. Теперь мы слышали все. Вы слышали не все. Давай дальше тогда. Лера мне подсказывает, и я не знаю, знаете, что-то такое возможно спеть. Такое что-нибудь. Есть еще одна песенка. Да. Тоже о любви, конечно же. Если вы хотите, я могу спеть. У вас нет выбора. У вас нет выбора, поэтому. Если бы я танцевал бы, но я могу только петь. А песня называется «Босса Нова». Ты кидаешь меня до повтора, выходя из двери коридора. И как ты далека или близко, мне подскажет на кухне записка. Под магнитом листок и помада, это твой поцелуй шоколада. Пробегу по строке очень быстро, и тогда я пойму, ты там, где босса, босса, босса нова. В моей голове снова и снова бегут мысли от любви бестолково. А ты улетаешь серебряной птицей на юг. Босса, босса, босса нова. В моей голове снова и снова пою. Мы с тобой почти не знакомы, но кажется мне, что ты возвратишься. И будет все снова, 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 снова. И будет все снова, 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 снова. Знаешь, это сложно играть на него кубе. Да? Да. Но хоть что-то. Да, хоть что-то. Кто первый принесет мне маракас? Что-что? Извините, я... Я вот к аудитории обращаюсь. А, кто первый принесет мне какой-нибудь маракас, или шейкер, яичко какое-нибудь такое. Хорошо. Молодец, в общем, да. Быстро отстрелялся, говорят. Да, ну простите, дорогие ребятушки. Не за что, нормально. Опять голос Леры. Лера предлагает мне спеть песню. Ну, нормально, мне кажется, мы... это можно включать в концертную программу, мне кажется. Вы знаете, можно, да, 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 да. Переходы между песнями. Конечно. Фанере, я думаю, да, 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 Лера зайдет, мне кажется. Фанера, фанера, Лера. Фанера, фанера, Лера. Та-ра-ра-ра-ра-ра, фанера, Лера. Вот, да, знаете, песни есть еще одна у меня. Это уже опять «Карапулька», коротенькая юмористическая песня. И она, знаете... Я бы посвятил ее, по-любому нас смотрят автомобилисты, это по-любому, сейчас у всех машины, только у меня нет, ну ничего. У меня тоже нет, так что... Тоже, да, у вас нет? Давай, о, коллега, хорошо, хорошо. Песня для всех автомобилистов, которые сейчас смотрят нас и слушают. А, да, песня называется «Автомобильная суеверная».
Говорят, не повезет, если дать с ноги гаишнику в живот. Опять коротенькая, вот. Да, злые да. У тебя песни. Ну, знаете, жизнь, она такая. У меня. Злая жизнь. Откуда ты знаешь про гаишника? Про гаишника? Вот это хорошо говорить про гаишника, когда у тебя самого нет машины. Знаете, я просто знаю, что если ты не только гаишнику дашь с ноги в живот, даже вот простому человеку, простому, прохожему, да, и тебе не повезет, это по-любому. Гаишнику, да. Есть непростые гаишники просто. Так там-то вообще тебе не то, что не повезет. Тебя, возможно, даже не найдут. Ладно, не будем о грустном. Хорошая песня. Не по-донецки. Ну, такой, да, не... Ну, не знаю, вы знаете, у нас, кстати, я вам скажу, вот я проезжал на автобусе, у нас такие улыбчивые гаишники подсказывают, и такие отзывчивые, я не знаю. Вот лучше сейчас стали, вот когда у нас Донецкая Республика, лучше, чем при Украине. Ну, не знаю, такие они какие-то все. Может, пока сейчас в начале, знаете, они еще не адаптировались, они бедные, как еще смотрят. Ну, не знаю. В общем, хорошие у нас гаишники все. Не будем гнать на них. А, да. Следующее, чтобы еще такое спеть, такое актуальное. Да. Валерия, подключаемся. Есть ли у тебя песня про интернет? Про интернет? Про интернет. Ой, вы знаете, про интернет пока нет, но спасибо вам за идейку, я обязательно напишу. Это вот, ну, это, кстати... Про интернет пока нет, это и есть начало. Начало и конец. Да. Про интернет пока нет. Ладно. Знаете, следующая песня... Лера просто уже задолбала, вы знаете, я не знаю, что-то надо делать с моим мозгом, просто она не замолкает. Она мне подсказывает спеть песню, ну, вы знаете, она такая коротенькая, но, ну, наверное, пошловатая. Вот не знаю, стоит ли петь? Пошлости? Пошлости, да, вот как-то не хотелось бы. Я думаю, не стоит. Лера хочет, Лера вообще такая, знаете, девушка, ну, не пошлая, но... Ладно, нет, я спою другую, Лер, не нужно, все, замолчи, тихо, Лера. Да, она вот так бывает. Отключил, так, оп, все, выключил. Да, знаете, следующая песня, давайте, знаете, я сейчас вспомнил, Вот снова я посвящу ее женщинам, девушкам. И эта песня снова будет о проблемах лишнего веса у девушек номер два. Вот знаете, почему я ее написал недавно? Недавно встретил свою бывшую девушку. И вот я ее увидел, и прям навеяло. Вот прям, вот только увидел, сразу мне пошли слова в голову. Как будто мне кто-то шепчет просто. Наверное, Лера, не знаю. Ладно, песня. Как маленький слон по мостовой, ты заходишь в Макдональдс, но не со мной. От быстрой еды разнесло тебе за... Любишь жрать, кто виноват? Может, оливье, может, оливье, может быть, торты, может быть, торты, может быть, котлет, может быть, котлет, переела ты. Ласковая моя, нежная, щеки твои глажу, глаз не нахожу. Ласковая моя любимая, вместе не со мной, вес всему виной. Ой-ой-ой. Да, можно было, спасибо. Ой, добрый мальчик, спасибо. Девушки, ну вы не обижайтесь, это, ну, я люблю вас, девушки. Я люблю вас, девочки. Вот, тут пишут уже формы. 90, 120, 90. Ну, примерно так, да. Вот. Я бы его убила за такое уже. Пошли угрозы. Хорошо, найдите меня сперва. Ладно. Хорошо, ну что? Что еще сказать вам, дорогие мои? Хорошие, позитивные песни. Да? Просят, да. Хорошие позитивные просят, песни. Да, под конец хорошие позитивные песни вдарить по, ну, дороже. Вдарить по струнам, да? Да. Позитивная песня. А что, из моего репертуара что-то? Лера опять просит свое, ну как свое. Ну а что? Ну это можно сыграть, конечно. Давай.
Ну давайте я вам сыграю. Вы же в эфире, Антимайдан.ком. Да что вы, точно, тут Донец написано, я не заметил. Да, я, ну возможно, да, вы знаете, это не моя песня. Мы споем куплет. Ну, в общем, то, что я помню. Пишет умничка, спасибо большое, очень приятно. Песня. Лучше я тебе открою текст. Песни, этой песни? Да. А давайте-ка, такое хорошее было бы завершение нашего интервью, так сказать. Такой. Так. Оно? Наверное, да. Нет, это другая песня, тоже хорошая. Я не знаю. Ладно, мы сыграем куплет-припев, ничего, люди поймут. Главное, что мы споем ее. Давай. Полощет ветер флаги перемен. Донбасс готов врага земли снести. Он как боец поднимется с колен, чтоб вновь свободу обрести. И отступать больше некуда. Так бывало не раз. Возродится отечество, возродится Донбасс. Донбасс устал, но духом он не пал. К земле прижался лишь передохнуть. У нас народ и крепок, и удал. Вовеки светил наш нелегкий путь. И все вместе, Лера, отступать больше некуда. Так бывало не раз. Возродится отечество, возродится Донбасс. Отступать больше некуда. Так бывало не раз. Возродится отечество, возродится Донбасс. Спасибо. Андрей Пономарев. Очень приятно. Очень приятно. И Олег, и наш... Воображаемый друг. Вера. Валерия, да, мой лучший друг. Рекламная пауза на телеканале Донецк Лайф, РЛСТВ и на Антимайдане. Везде сейчас одновременно будет реклама. Все.